Всем привет, дорогие друзья, с вами Грег, это Грег Перд Шоу, и, пожалуйста, не спешите выключать видео, сейчас начнется, просто хочу кое-что объяснить. Дело в том, что в один из дней моя видеокарта просто перестала записывать процесс игры, и, соответственно, все материалы, которые могли бы у меня накопиться, их просто нету. Нет, слова нету. Вот, но так как очень хорошие люди, в частности, Тагуса Плей, ссылочка будет в описании на его канал на Ютубе и на Твич, он стримит, соответственно, и сохраняет все эти трансляции и выкладывает на YouTube тоже их. В общем, есть материалы процесса того, как я играл, почему я так странно говорю. В общем, ребята, представляю вашему вниманию нарезочку того, что было в один из дней, когда мы играли в GTA 5 RP. И все это вы увидите не моими глазами, а глазами другого персонажа. Приятного просмотра. Поехали! Блять, будет смешно, пиздец. Ну, в смысле, мне смешно, а вот вам, ну, короче, да. This is Greg Bird Show. Да вот, лежит, валяется, сдохнет сейчас. Давай его, ты философ, ёпты. Так, так, бабка, отошла. Да, сэр. По лицу, ты что командуешь? Давай, лечи его. Дик упал с обрыва. Чистая случайность. О, боже мой. Боже мой. Сейчас осмотрю его, подождите. Так, ладно. Сейчас нужно сделать ему это, рентген. Рентген нужен был. Так, офицер, помогите, пожалуйста, мне его поднять. Слушайте, а что он такой тяжелый? 15 бутылок пива, блядь! Он же говорил, что у него 15 килограмм этого пива с собой. Или в себе, я не помню уже. Пятнадцать килограммов пива еще со мной, конечно. О, господи. Сразу в Морково, да? Мне кажется, не та комната. Это стрессовая терапия. У нас вот здесь рентген. Понимаете, у нас небольшая клиника, у нас трупы рядом с рентгенным аппаратом, да. Все, я его кладу аккуратненько. Бабушка, хочешь облучиться? Можешь зайти туда, что да. Будешь меньше говорить. Ну хочу, знаешь, столько, как скоро я сдохну. Да я шучу, выйди оттуда, пожалуйста. Ты что творишь-то, а? Ах ты что, рофлишь, что ли? Да что по всех рофлеры, сраные. А кто такие рофлеры? Поехали. Ты забей. Лучше не знать. Все понятно. Так, классный. Это у нас так работает, да, это аппарат. Сейчас я пойду посмотрю рентген, какой у нас вышел, и вернусь сюда. По-моему, это даже не рентген, а знаешь, какая-то мясорубка. И сейчас Дик уже в мясо. Да нет. Офицер, нужно быстро действовать, быстро, пойдемте. У него, помимо переломов, внутреннее кровотечение. Пойдемте. Неплохо. Так. Дик, давай, держись, Дик. Я тебе еще не вставлял зубы в рот. В смысле, твои зубы. Тебе, в смысле, ну, в общем. Хорошо, что ты меня слышишь. Я тебе еще не вставлял в рот зубы, блядь. Так, аккуратно. Так, офицер, мне нужна будет ваша помощь. Норм, быть отголы, так что ладно. Вот, сейчас наденьте, пожалуйста, перчатки. Ну, в смысле, у вас уже есть перчатки, наденьте другие перчатки. А мне тоже проводить операцию? Вы будете мне помогать. Ой-ой-ой. Так, сейчас мы введем ему обезболивающее и лошадиную дозу ему наркоза. Да, я наркозом тогда введу. Валентина, так. А мы точно ему обезболивающее вводили? Ну, Валентина, что вы вводили ему? Ну вот смотрите, вот это вот. Это слабительное, Валентина. Это слабительное. Ой, что ж это? Ой-ой-ой. Он сейчас обосрется. Да не. Так. Валентина. Офицер, вы надели перчатки? Да, я надел перчатки. Кто вот за они пиздец могут вам пригодиться. А вы тоже сейчас наденьте, да? Уже вот, держите перчатки. Давай новые. Оба. Так, держите. Все, поехали. Оба. Так, скальпель, да, пожалуйста, дайте мне. Сейчас. Возьмите. Спасибо.
Так, погнали. Ослабительно. Надеюсь, не, я не буду с Рущева отыгрывать, я не хочу. Комбо. Очень плохого дня. Поехали, разряжаем. Так. Так, ух ты ж, ё-моё. Так, понятно, понятно. Что там, мастерская моя, да? Зажим, зажим, пожалуйста. Ничего, вот зажим ты. Спасибо. Так. Женщина, простите, как вас зовут? Валентина, пожалуйста, встаньте у ног пациента. Нужен механик для Вот тут ноги вроде. Да, да, да. Если что, будете просто, если будет что-то вываливаться, просто запихивайте обратно. Так, а у вас образование медицинское есть? Конечно. Но я не проводил операции никогда в жизни. Ты что, зубной, что ли, врач? Только первый раз, доктор. Кто это такой? Так, вот это вот. Валентина, что-то. Валентина, отсос. Ты не сам, ты не вы. Вон там штука стоит, вон там, возьмите ее сюда, принесите. Вот это, да? Да не там, вон туда, дальше, вон туда. Вот это? Да, все верно. Вот. Все, ставьте, ставим, ага. Пошла. Хорошо, отлично. Так, смотрим. Так, слушайте, сейчас нужно зашивать уже. Так, Валентин, уберите отсос. Хорошо. Браво. Так, Валентин. Это очень трогает меня, потому что я сам... Так... Я, по-моему, удачно произвел операцию. Фух, так. Нужно на рентген. Фух, дышите, Валентина, дышите, офицер. Пойдемте, теперь отвезем его на рентген. Так, все, погнали. Офицер. Куда его? В морг, дик живи. У каждого должен быть дик. Ой. Свой дик. У нас он свой. Это дик сегодня отсосало. Что? Это термин медицинский, Валентина. Да вот я шарю в медицине. Да? Вы что, учились, да? Нет, отец как у Малахова смотрела. Так, кладем его туда. Ага. Классный аккуратненько, чел. Аккуратненько. Аккуратно так, да? Ага. Погнали. Парадик умрёт. Йоу, это будет смерть. Йоу, РП смерть. Мадафака. Так. Что-то у нас брахит, по-моему, немножечко этот. Так, все, давайте. Давайте мы его перенесем на стол, и сейчас у нас будет готов как раз этот... Ой, мне что-то самому аж очень плохо. Погнали. Сейчас у нас будет этот рентген готов. Посмотрим, что у него там. Теперь можно на стол для потенциально живых пациентов положить. Вот сюда. Это сюда можно. Ага, так, аккуратненько, так, аккуратненько. Аккуратненько это тело ложим. Так, Дик. Блядь. Стоп, Док. Стоп. Тихо. Что вы его кидаете туда? Так, Дик. Ты должен. Прям как бочка перекатывает. Да, он это как будто это. Перекати поле. Перекати, Дик. Слушайте, ну у меня хорошая и плохая новость, друзья. Мы справились с внутренним кровотечением, но не полечили переломы. Поэтому сейчас нужно будет перевязать его. И гипс наложить. Но не! Дик. Валентина, пригласите его по попе бить. Могу остановиться. Так, все. Помогите, я умру сейчас. У нас Дик встал. Помогите. Поднялся. Слушай, ты ходить-то уже можешь или как? Как ты вообще, самочувствие? Ну, знаете, такое ощущение, как будто меня сначала... в радиацию какую-то запустили. А потом еще этими ножом пырнули. Да так, что нихера себе. Вот. Ну слушай, ты только что описал вкратце наше, все, что мы с тобой сделали. А еще очень срать хочется. Так следите за его стулом, потому что он может обосраться. Там выкрой дерьмо. Как ты себя чувствуешь?
Спасибо, Херово. Господи, я себя как в клинике чувствую в сериале. Да-да-да, именно так. Слушай, черных... может быть, тебе сейчас и в зубы куртках? Ставить, может быть? Как? О, было бы неплохо. Болты врежем туда тебе в рот и все. Ого, болт в рот, неплохо. Ой, а ты, вы меня знаете? Да, это твоя девушка, бывшая. Ого. Бывшая? Да. Никто не помнит своих бывших, конечно же, чё ты пристал? А когда я уже смогу ходить, извините? Дик, ну в принципе. Беспокоит за твое здоровье, так что давай. Я бы тебе советовал еще лет 20 не ходить. Поправься немного. В принципе, можешь сейчас уже попробовать встать. Доктор, врач. Доктор, как вас? А он же доктор. Когда-нибудь, да? А поскорее, конечно. Блядь, это спойлер уже к жизни. Давайте я коляску пригоню, у вас там в коляске в коридоре стоит, и мы поедем нахрен отсюда. Не, нахрен не надо. Если можно на улицу. Давай его в багажник положу себе. Да это образное выражение. Не надо мне никакой багажник, что вы за ироды такие, вы кто вообще? Дик, в общем, вставай, когда ты будешь готов. Пока не готов, не вставай. Но, в принципе, под себя ты 20 лет не будешь ходить. А, хорошо, хорошо, Дик встанет, когда надо. Как-то тут холодно. Нет. Я его катаю, не волнуйся. Так ты голый на голом полу. Это что такое? Это что-то новенькое. Господи. Ну вот да. Голый в коляшке. Оденьте хотя бы меня или пол, в конце концов. Голый один, Дик, да. Лава. Дик, голый Дик, это не везде принимают нормально. Голый Дик, да. Согласен. Скажите, пожалуйста, а что там насчет вставной челюсти-то? Открывай рот, дай посмотреть. Понятно. Нет, ну передние тебе нужны все ставить, я понял. Ага. Я, короче, пивас когда открывал, вот там хреново вышло, да. Да я понимаю тебя, да. Кстати, будете пиво? Так, у меня там в куртке 15 килограммов. Сначала перед анестезией сделаем тебе слепок зубов. Открывай рот. А это не больно? Нет, не больно сейчас. Ага. И сейчас она застынет, сейчас, да. Ага. Да не кушай ты ее, придурок. Так. Все, вытаскиваю. И все, отдал. Ну-ка, открой рот. Вытаскиваю все, что ты там... Не отдам. Нет. Ну, хватит. Тихо. Нет, у тебя что-то еще там осталось. Ну-ка, давай, доставай. Открой рот. Чувак ест. Открой рот. Она быстро открой рот, или я тебя сейчас, сука, убью. Ладно. Все, тихо. Спасибо, Валентина, вы умеете поднять... дух и, ну, в общем, мотивацию. Ну, стекло, готов не чувствовать свой рот? Да, давайте. Интересно, я никогда такого еще не пробовал. Давай, открывай. Зачем вы мне в рот плюете? Да я не плюю тебе в рот, это такой шприц. А, понял. Рот онемеет и губы онемеют. Понял, хорошо, конечно. Очень невнятно говорить. Ага, я понял. Пытаюсь. Ладно. Так вы все-таки расскажете... Вы все-таки расскажете, что со мной происходит? Так, Валентина, мне нужна дрель. Что? Будем бурить его рот. Я не хочу ничего делать, спасибо. Все, спокойно. Там это будут маленькие дырки. Поставим штифты, на них наденем зубы, и у тебя будет все как новое, понял? Ага. То есть давайте без... Валентина, пожалуйста. Доктор, дрель. Можно вас надолго? Да, пожалуйста, найдите дрель, и сейчас я подойду. Сейчас найдем побольше. Вот нашла. Ёб твою мать! Дик, почему Дик упал? Так у меня выжив, пожалуйста. Да не надо, Дик, не слушай эту женщину, она показывает слишком большую дрель. У всех по стандартному маленькая дрель. В смысле, такая небольшая. Поднимичай меня, пожалуйста. Так, ладно. Мне очень холодно. Блядь, вы ему на лицо наступили. Давай. Итак, помнишь, тебе показывала Валентина дрель? Ага. Это не она. Вот это она, вот это. Быстренько, всё, сделайте всё. Да. Поэтому давай. Открываешь рот. Сейчас все-таки вставляете. Так, отлично. Так. Да.
Давайте, давайте руку, я помогу. Идемте. Она после таблетки стоит, походу. Ух, блядь. Она ватная. Какая жирная бабка, тяжелая. Еще раз, держи, держи. Не закрывай рот. Не закрывай рот, как будто от этого зависит судьба человечества. Ага. Так. На стол сюда ее. Тут пиццу тут собрал. Вот, тут осталось. Так, отлично. Булю поешь, если хочешь. Ну-ка. Можешь расслабиться. Ой, извините. Все. Тих. Фу. Бабуль. Давай помахаем, чтобы этот не вонял. Да это не я, это вот тот вот трупежник. Ну-ка. Она напоминает мне бомжей, которые в переулке. Подожди. Ну-ка, улыбнись. Слушай, ну мне кажется, твоей улыбкой теперь можно слепить людей. Типа, у тебя есть теперь собственное оружие. Ого! Типа такой, здрасте, у меня слишком белая улыбка, чтобы жить в этом мире. Ну, главное, в смысле, не к тому, чтобы ты умер, а в общем, поздравляю, у тебя новые зубы. Ага, хахига! Как это, что-то это. Анестезия еще не прошла, да? Ой, она да, еще не прошла, сейчас еще. Подожди, некоторое время будет еще, будешь отходить. А, хорошо, ага. Если у вас есть проблемы, Тик, у тебя есть мой номерок, поэтому звони. Да, конечно. Обычно всегда это делается. Так диспетчер, он стоит, ничего, такой, типа, а вот там вот это, приехал Афина, вот там вот то, вот там били, а тут ты обосрался. Ну и что, это вся работа диспетчера. Ну не! Ну, собственно, как-то так. А, ты знаешь, что делать, дружище. Ставь лайки, подписывайся на канал, жми на колокольчик, просто давай, будь классным. Давай. Ча! I got diamonds on my dick, diamonds on my dick. I got diamonds on my dick, diamonds on my dick. See, I'm really humble person, but I just have to admit, nothing gonna stop me now. I got diamonds on my dick.